Дорогие друзья, в свое время Михаил Булгаков написал свой роман «Мастер Маргарита, не боясь никого». И мы сегодня тоже не будем никого бояться, и в нашей песне будет звучать только правда. Парни, давайте как московская команда начнем с Москвы. Давай. Пришел в Москву Собянин и многое решил. Вот, например, эту починил. Еще он эту устранил. Остались только пробки и цены на квартиры, и новые дороги, и казино, и школы, отсутствие парковки. Не, ну а так все. Ну да. Теперь давайте всю правду про КВН. Давай. А в КВН и классно, и весело всегда. Присутствует лишь только в жюри одна беда. Сидит без чувства юмора, его бы заменить. Все знают его имя, это... Ну что, Ник. Что за... Ник? Ты понимаешь, что сейчас все подумали, что ты спел про Ермольника? Может быть, я спел про Верника. А, ты спел про Верника? Не, я спел про Ермольника. А про футбол в России не хочется и петь. Ты что, не играешь? Ну они не играют, почему я должен играть? Справедливо. Всех сейчас волнует следующий год. Кто станет президентом, кого выберет народ. Мы решили твердо и скажем вам в глаза, что в следующем году мы проголосуем за. Ну или за. Хотя все-таки за медведя. Ты понимаешь, что сейчас все поняли, что ты спел про Медведева? Может быть, я спел про Путина. Так ты спел про Путина или про Медведева? Я тебе еще раз повторяю, я спел про Ермольника. Это просто и легко. Смелее, парни! Скажем прямо всем в лицо. Нам надо... Но что же то... Победить! Нам надо... Но что же... Искоренить! Нам надо... Но что же... Внедрить! Нам надо... Нахрен закрыть автоваз! Слушай! Какая-то песня у нас непатриотичная получается. Почему непатриотичная? Смотри, у нас есть гитары, гармошка, балалайки. А это? Там рожь! А то, как все исправить, мы сейчас поем. Чтоб была Россия первая во всем. Все, что нужно сделать, все, что нужно сделать, все, что нужно сделать, это... Давайте во всем брать пример с Михаила Булгакова, потому что он был врачом и стал писателем. То есть, по сути, будучи бюджетником, он не жаловался, а подрабатывал. Так и каждый в России должен делать. Не жаловаться, а действовать.